Кит для переделки страйкбольных глоков в компактный пистолет-пулемет от тайваньского производителя Coyote Airsoft. Материал изготовления – ударопрочный пластик. Пламегаситель – респланка. И быстросъемная антапка выполнены из алюминиевого сплава. Данный кит гарантированно подходит для глоков стандартных размеров, например, Glock 17, Glock 18, и компактных размеров, например, Glock 26, от производителей Tokyo Marui, Cima, Kedgeworks и WE. Для удлиненных моделей глоков данный кит не подойдет. Пистолет устанавливается следующим образом. Извлекаем два штифта. Раздвигаем приклад, сдвигаем заднюю часть, выдвигаем вперед фронтсет, откручиваем два винта и раскрываем корпус. Теперь можно установить пистолет. Далее закрываем корпус, сдвигаем переднюю и заднюю часть обратно, устанавливаем штифты, и затягиваем винты. Пистолет-пулемет готов для использования. Органы управления. Предохранитель спускового крючка, затвор, в передней части есть раздвижная тактическая рукоятка, при необходимости ее можно легко снять. В верхней части пистолета-пулемета и по бокам цевья есть респланки для крепления дополнительного оборудования, например, прицельных приспособлений, фонарика или ЛЦУ. В задней части есть быстросъемная QD-антапка. Приклад регулируемый, его можно отрегулировать по длине или по высоте. Для того, чтобы произвести выстрел, необходимо снять пистолет-пулемет с предохранителя, взвести затвор и можно стрелять.